Всем привет, с вами Томас, и я начинаю прохождение игры Uncharted 4 Путь вора. Приятного просмотра. Итак, как видите, у нас сейчас загружается игра, и как раз она начнется. Так. Я человек фортуны, я поймаю ее за хвост. Генри Эвери, 1694 год. Интересно, интересно. Так. Давайте посмотрим, что будет сейчас. Черт. Это очень плохо. Держись! Догоняю! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Так, давайте жмем, жмем газу, давайте ускорение, так сказать, будем Гони использовать. Я их задержу! А, сразу такой экшен, да, в начале игры. Вот это классная, мне кажется, игра будет. Чем-то даже напоминает GTA, да, вот эти лодки, вот это все. Ну, естественно, тут, скорее всего, не GTA, ну, то есть понятно, что они, скорее всего, как есть. Вот, но чем-то напоминает. То есть, кто играл в GTA, тот поймет немного вот так вот. Так, отлично, давайте сносим их с пути. Не мешайте нам, не мешайте. Так, давайте сюда завернем. Вот, как видите, этот остров виднеется тут у нас. Так, отлично. Сбиваем эти лодки. Уже, так сказать, практически острова тут уже, видите, он виднеется уже буквально. Еще, я как понимаю, минут 5-10 и уже будем у острова. Так, отлично, давайте... Ух, ничего себе! Ух, ничего себе! Ёл, упала мина. Вот это жесть. Вы видите эти белые мины, как бы, еще надо смотреть, куда они их кидают. Это, я сказал бы, не так-то легко. Так. Так, аккуратно. 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 Воу. Так, удерживайте, чтобы всплыть. Ну, давайте всплывем. Так. Ух, ничего себе. Ух, ничего себе. Еще бы чуть-чуть и все. Нейта нашего бы, я как понял, Нейт его зовут, засосало бы и все было бы. Кусочки от Нейта остались бы. Так, давайте всплываем. Отлично. Так, давайте к нашему товарищу будем плыть. Так. Ага, Икс, чтобы взобраться. Отлично. Черт, двигатель накрылся. Что? Я могу починить его. Прикрой меня. Да что тебе? Так, мы уклонились, и что теперь нам делать? Так, отлично. Так, давайте убивать понемногу. Ничего себе взрыв, да? Так, перезарядить оружие. Так, отлично, убиваем понемногу. Ух, ёлпал, аккуратненько. Так. Отлично, давайте убиваем следующего. Так, все. Готово? Готово? Да, гони, уходим отсюда. Так, а как... А, вот, понятно. Так, поехали быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Отлично, давайте к острову быстрее. Эх, ёлпала. Я почти ничего не вижу. Блин, аккуратно. А, конечно, эти скалы довольно-таки опасные. Так. Да, реально, довольно-таки темно, ничего не видно. Так. Угу. Так, ну мы уже почти доехали. Ух, ничего себе. Вот эта жесть там произошла, да?
Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Вот какие дела, да, значит. Значит, так как понимаю, это Нейт, вот, то есть, когда он еще был, то есть, подростком, можно так сказать. Сэм! Так, и все, все, мы уже можем управлять. Кстати, давайте посмотрим. Зов приключений, да, это, то есть, как бы, первая часть, первая глава, зов приключений. Давайте осмотрим немного вот эту комнату. Довольно-таки так красиво все выглядит, реально. Ух, как четенько, смотрите. Ну реально, вот классная игра. Так, пошли дальше. Отлично. Так, вот так, сюда. Полезли наверх. Ага, залазим, давайте. Сюда, так, отличненько. Сюда. Отлично, залезли. Так, чтобы спрыгнуть. Все, все, так сказать, ничего пока сложного нету. Не пройти. Так, а как туда пройти? Как туда пройти? Так, сюда как-то может? Нет? Сюда давайте, значит. Так, отлично. Так, теперь нам, наверное, надо в окно, да? Так, тихонечко. Тихонечко, давайте, давайте, тихонечко. Так, нам надо сюда, да? Так. Так, как понимал, то есть такое, как... так. Задача помогать таким мальчикам. Спрячемся. Обделяет вниманием десяток других под моей опекой. Что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что. Я поговорю с ними. Хорошо? А, как видите, возле головы такая загорелась штука. Доброй ночи, сестра. И, значит, как понимаю, нас мог заметить вот этот... персонаж, можно так сказать. Так, она сейчас зайдет. Закрывай дверку. Так. Закрыто. Ну, надо же. Так, а тут что у нас? Ого. Может, ключик, не? Досье. Досье. Так. Давайте приблизим, посмотрим аккуратненько так. Ну, тут, в общем, все написано, там вес, возраст и так далее, все дела. Приют для мальчиков им, святого Франциска, доклад о поведении подопечных. Я увидел, как Эдвард отобрал у Натана книгу и стал его дразнить. Натан тут же набросился на него и сбил с ног. Несмотря на то, что Эдвард крупнее него, я подбежал к мальчикам и разнял их, но сорванцы уже успели как следует отлупить друг друга. Подпись «Отец Райан Даффи». Так, ну понятно, в принципе, понятно. Я думаю, в следующий раз, может, не буду читать уже так все, потому что, ну, знаете, к
каждого такую записку, я как понимал, в этой игре будет записок немало этих. Читать так это, конечно, это жесть. Так, где вот это? Так, ее что-то нету. Ах, вот где она. Ой-ой-ой. Так, а куда она идет, блин? А как тогда мне проскользнуть? Наверное, так как-то, не? Так. Ага, понятненько. Она так осматривается, как будто чувствует, что кто-то здесь есть, да? Ну надо же. Я даже не думал, что она такие плохие дела делает. А вот. Так, ну а как нам сейчас, когда возможно, чтобы сделать кувырок? Блин, а, ну так, когда она смотрит в окно, наверное, да? Ой-ой-ой, аккуратно. Ну вот, отлично, мы справились с этой тяжелой задачей. Ой-ой-ой. А, так как раз она сейчас уйдет, мы через окно выберемся. Отлично. Извините, были тут помехи. Вот. Продолжаем проходить. Так, отлично. Так, и как мне теперь спрыгнуть? Так. Ага. Сюда, значит, сейчас, да? Так, и сейчас, наверное, забраться сюда. Так, а вот сюда я даже не знаю как. Ха, интересно довольно-таки. Оп. Так, отлично. Так, сейчас сюда, наверное, лезем, да, как-то? Куда тут лучше лезть даже? Так, сюда, наверное, да? Так, давайте дальше лезем. Как же тут все опасно. Один неверный шаг и, можно сказать, наверное, смерть будет. Но даже если и в реале... Ой, он не умер бы, то в игре он, наверное, умрет. Ух-ух, тихо-тихо-тихо. Мальчик, тихо-тихо. Аккуратненько, спокойненько залазим. Вот так вот. Сэм? Так. Кто же это тут такой? Что это такое, интересно? Сумка какая-то? Хм. Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что... Папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Так. Давайте следуем за вот этим. А, как он залез? А, понял. Он руку подал сейчас мне и... Спасибо, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. Ну тут и грязище-то, а? Это я помню. Так, перепрыгиваем, ничего себе. Да если он свалился бы, вот это жесть. Как тут все продумано, тут, видите, все прям так поставлено, вот. Навестил бы его. Так, отлично. А, вот так именно. Так, значит, так как-то, да? И как теперь? О, отлично. Как же все четко тогда, да? Мне уже нравится эта игра, серьезно. Так, аккуратно. Ух-ух-ух-ух-ух, тихо-тихо. Там, наверное, всюду грязь, слякоть, да, такая всюду, ну, как сказать, так, неприятная атмосфера. Поэтому, наверное, так и скользко, да? Какой город, да? Черт.
захлопнулась. Я... вроде... я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. Вау. Теперь идем поверху. Хм, интересно, интересно. Так, давайте попробуем. А как туда вот бросать вот эту штуку? Ну, давай. Теперь ты. А, вот он ее бросил, понятно. Я думал, мне надо будет тоже как-то ей зацепиться. Так, отлично, давайте забираемся. Аккуратненько. А, вот, понял, он вот так забрался. Ах, хотя бы подсказки давали, просто, знаете, тут такие лабиринты. А, Кристал, ну мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Так, отлично. Так. Все, слазим понемногу, да? Понимаю. Отлично. Так, давайте здесь перелазим. Как видим, здесь очень много элементов, то есть таких лазений. То есть много где лазить надо, да? По всяким крышам, по всему. Так, а куда он делся? А, вот он. Не, он, конечно, очень быстрый, знаете. А вот так в жизни попробовать побегать, да? Это, наверное... Точнее, не наверное... Ой-ой-ой-ой-ой. Тихонько. Ты сможешь. Отлично, все. Держу. Ух, ничего себе. Высоковато там, наверное, какой этаж, третий или четвертый. Да. Ну, это крыша, но как бы... Ерунда. Вы поняли. Давай. То есть, размером, наверное, не маленьким таким. Так. Залазим сюда. Ух, ничего себе. Реально стрёмно, да? Стрёмно. Ага, ещё как. Так, аккуратненько. Так, ух, ничего себе, как всё чётенько, так продумано. Мне нравится, что так всё прям продумано. Чем-то напоминает даже Assassin's Creed Syndicate. Если помните, я когда-то проходил. Орден тот же напоминает. Так, отлично, давайте идёмте сюда. Залазим сюда. Так, а что тут у нас? Какое-то здание. Ух, ничего себе, как он так запрыгнул-то. А, то есть тут можно так раскачиваться, да, и прыгать. Сейчас он опять этим своим зацепится крюком, и все. Так, сейчас я первый полезу, да? Ну, хорошо, хорошо. А, тут раскачаться надо. Ну, надо же. Так, он все. Давай быстрее мне показывай. Показывай, так сказать. Ой, чуть не упал. Куда мне надо идти? А, сюда, значит. Забирайся на колокольчик. А, отлично. Все. Реально стрёмно. Я бы вот никогда в жизни так не лазил бы. Даже если умел бы, мне реально страшно было. Не запрыгну. Ну так обойди. Как у тебя все легко, ну так и обойди. Ой-ой, аккуратно. Вот реально, вот так лазить, блин. А, понятно, вот так залазить. Да, нелегко. Спасибо. Тут такие, знаете, да, штуки. Неплохо. Так, аккуратно. Давайте спрыгиваем. Вот конкретно на эту? Нет. Ну, ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. В общих чертах. Конечно, он знает, уже видно, что профессионал. Так сказать, как сейчас называют это, паркур. Это дело. Звучит, конечно, жесткий паркур такой. Так, ага. Так, отлично, давайте. Ну и прыгаем. Ух, ничего себе. Неплохо он схватил этого мальчишку. Получилось. Ага. Ну, конечно. Конечно. Ну, так, конечно, получилось. Почему не должно получиться? Это ж игра, тут все должно получаться. Так. Ага. Значит, тут опять лазит, да? А знаешь что? Что?
Давай-ка теперь ты. О, ну надо же, он даст мне эту штуку, и я смогу серьезно? Этот крючок да, зацепить, так сказать. А я за тобой. Так, как тут зацепить? Ага. Молодец, Нейтан. Отлично. Ну что, попробуем? Ого. Ничего себе. Мне кажется, в реальной жизни такое вряд ли возможно. Чтобы так круто, прям так, знаете, попасть. Фу. Так, куда нам дальше следовать? Ну давай, давай, веди. По лестнице, ладно, что ли? После тебя. Теперь вниз. А, теперь понятно. Ну я, в принципе, так и думал, что по лестнице, то есть надо слезать. Ух, ничего себе. В реальной жизни, мне кажется, сломал бы ногу. Вот либо хотя бы подвернул бы. Мы удрали? Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый! Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через и... пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм. На том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. А вот он и в тюрьме. Понятно все, что уже, чем все закончилось. Ну, скорее всего, это тюрьма, я как понял. По обстановке и всему. Давай. Так, а как драться? Ух, тихо. А уклоняться можно? Он на каком-то языке другом говорит. На. Отлично. Что-то, наверное, сказал. Слабак, ничего, у тебя не выйдет, да? Так. Давай. Кому-то тут. Эх ты. Гаденыш. Так, отлично. Ай-яй-яй-яй, сейчас убьют меня. Ёлы-палы. Вот это жесть. Ты напросился. Так, давайте. Дали
Давай, убивай этого придурка уже. Ну, как будто у него бесконечные жизни, реально. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Отлично. Давай, убивай его. Мне уже, честно, надоел даже. Так, 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 аккуратно. Ну, давай, 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 давай. Приканчивай. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Ты будешь кастрировать по лькулу? В одиночку. Увести. Ты будешь ждать прямо здесь, а? Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Так, ну уже начинается глава вторая, поэтому я думал, что на этом месте мы пока закончим. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Пока-пока.